Всем добрый вечер, меня зовут Станислав. Сегодня у меня на обзоре серия марок СССР «Писатели нашей Родины» 1957 года. Серия чистая с клеем. Вот сейчас показываю серию, пожалуйста. Серия состоит из 5 марок. В 1957 году Почта СССР выпустила серию из 5 почтовых марок «Писатели нашей Родины». На марках изображены портреты одних из самых значительных представителей отечественной литературы: Тараса Григорьевича Шевченко, Николая Григорьевича Чернышевского, Виссариона Григорьевича Белинского, Михаила Юрьевича Лермонтова. И одна марка посвящена легендарному произведению древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Серия в обращении с 06.02.1957. Печать офсетная. Тип перфорации гребенчатая, зубцовка 12 1/2, художник Василий и А. Завьяловы. Первая марка, номинал 40 копеек, цвет лилово-коричневая, вот эта марка, темно-зеленая. Почтовая марка СССР из выпуска «Писатели нашей Родины». На марке изображен портрет великого украинского народного поэта Тараса Григорьевича Шевченко, иллюстрация к его поэтическим произведением. Тираж 2 миллиона штук. Следующая марка. Номинал 40 копеек. Темно-зеленая, коричневая. Почтовая марка СССР из выпуска «Писатель нашей Родины». На марке изображен портрет великого русского революционного демократа, философа и писателя Николая Гавриловича Чернышевского. Иллюстрация к его роману «Что делать?». Тираж 2 миллиона экземпляров. Следующая марка, третья, номинал 40 копеек, многоцветная. Почтовая марка СССР из выпуска «Писатель нашей Родины». На марке изображена иллюстрация к величайшему произведению древнерусской литературы, народному эпосу «Слово о полку Игореве». Известны разновидности этой марки по перфорации. Есть линейная перфорация и пропуск перфорации слева. То есть в этой марке «Слово о полку Игоря» номинал 40 копеек есть две разновидности. Тираж марки 2 миллиона штук. Четвертая марка, номинал 40 копеек, цвет серо-фиолетовая, коричневая. Почтовая марка СССР, выпуска «Писатели нашей Родины». На марке изображен портрет гениального литературного критика, философа Виссариона Григорьевича Белинского и титульные листы его критических статей. Известна разновидность марки по перфорации, линейная. То есть марка есть еще одной разновидности. Тираж 2 миллиона штук. Номинал 40 копеек. Следующая, пятая марка. Номинал 40 копеек. Темно-коричневая, серая. Почтовая марка СССР из выпуска «Писатель нашей Родины». На марке изображен портрет великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова и иллюстрация к его стихотворению «Кавказ». Тираж 2 миллиона штук. Марки состояния люкс. Сейчас покажу состояние марок. Сейчас, секунду, пинцет. О. Угу. Первая вот марка с Тарасом Григорьевичем Шевченко. Показываю. Клей чистый, склея. Вторая марочка. То же самое. Слово полку Игоря. Марки состояния люкс. Все марки в отличном состоянии. Серия марок 1957 года. Что еще примечательно в этой серии? Эта серия, ну как, тираж хоть и большой, 2 миллиона экземпляров, но стоимость на нее такая вот разбежная на аукционах Украины.
Стоимость смотрел от 350 до 750 гривен. 350 гривен состояние чистый склей марки, ну, состояние, думаю, не совсем люкс. Моя резервная стоимость будет 330 гривен. Начну с этой цены. Дальше в конце видео я дам ссылку. Если мне интересно видео за Михаила Юрьевича Лермонтова, я там в видео рассказывал, обзор был о серии марок, и там немножко затронул его биографию. И также будут ссылки на другие видео там поэтов и, ну, другие обзоры о марках СССР. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание. До новых встреч.